Всем доброе утро, мои хорошие. А у меня сегодня пирожки. Пирожки с яйцами и зеленым луком. Первая партия готова. Сейчас буду запускать вторую партию. Вы знаете, так мне понравилось это, назову так, сметанное тесто, что пеку из него с большим удовольствием. Тестечко мягкое. Начинка, конечно, самая простая, но очень вкусная. А главное, с утра в доме пахнет пирогами. Все, мои золотые, я довольна. Пирожки готовы. Разве это не вкусняшка? Мы будем пить чай. Мои хорошие, стояла на пороге дома, я занесла, вы, наверное, догадались, что это. Кухон от нашей любимой Эльвиры. Сейчас открою и посмотрим. Штройзель с яблоками. Два таких больших кусочка. Она, наверное, поделила, порезала. Батюшки, она очень вкусно печет. Очень вкусно печет этот кухон. Сейчас мы ей позвоним и поблагодарим. Спасибо большое, Эльвира. Низкий поклон, правда. Спасибо. 91 год, и она нас постоянно балует. Время 18:02. И у нас в Таиланде Новый год. Там, где наш Петюшенька со своей Малидой и с детьми. Но наш сынок сейчас здесь по обстоятельствам. Поэтому мы поздравили нашу Малиду. Happy New Year. И можем садиться за стол, выпить по рюмочке. Я сейчас буду доставать манты. Так мы накрыли наш новогодний стол, а праздновать мы будем в уютном семейном кругу с нашими сыновьями. У нас есть манты, я сделала рулетики с красной рыбой, со свежим сыром, с треской и, конечно же, зеленью. У нас есть креветки, колбаски, кукуруза копченая, паприка. Что у нас еще? Огурчики, зеленый салат, салат из свеклы, чипсы, помидорчики. Все вкусняшки. Все вкусняшки. Так куча. Молодец, Вероничка. Очень красивый стол. Мы немного приготовили, потому что нас четверо, а завтра будет готовиться еще что-то другое. А где же наш Лёшка? Вот. Вот эта маленькая пакость. Ага. И что же он хочет? Он, в принципе, ведь ничего этого не ест. Его угощают всем, всем, что он захочет. Он любит салфетки, салфетки рвать. Салфетки. Воровать салфетки. Да-да-да. Вот, да. Ворует. Лела, а ну-ка прекрати. Забрать салфеточку и разорвать на мелкие кусочки. В рекламах магазинов было написано, что с 28 декабря будут продаваться фейерверк. Но, объехав 5 супермаркетов, ни в одном магазине я ракет не нашел. Запрещено. Ну, а те, кто стреляют, должно быть, сохранили себе еще с прошлого года. С Новым годом, дорогие друзья! С новым счастьем! Желаем вам всех благ, здоровья, счастья, любви, благодарности близким.
пусть наступивший год будет гораздо счастливее прошлого года. Чувствую.